1 ноября в конференц-зале администрации состоялось заседание Координационного совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Совещание прошло под председательством главы города Андрея Шубина. Члены совета обсуждали доступность городской среды для людей с ограниченными физическими возможностями. По словам Златы Бриллиантовой, на учете в отделе социальной защиты населения состоят 1598 человек с инвалидностью. Преимущественное число составляют инвалиды третьей группы. Эта группа позволяет человеку работать. В центре занятости населения есть 17 вакансий для этой категории людей. Благодаря закону о квотировании рабочих мест для инвалидов трудоустроились 96 десногорцев. Предприятия, где работают более 100 человек, обязаны предоставить рабочие места людям с инвалидностью. Таких организаций в Десногорске 35. Также на совещании обсуждалось, насколько образовательные учреждения подготовлены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех школах и у нас в этом году в третьей школе сделана уже безбарьерная среда, установлены пандусы, смонтированы широкие входные двери. В школах оборудованы санузлы, в которых предусмотрены специализированные туалетные кабинки. Для детей организована психологическая и социально-педагогическая поддержка. В целом, в городе для маломобильных групп населения доступны органы местного самоуправления, государственные, образовательные, культурные и спортивные учреждения, а также некоторые организации и сферы услуг. Все муниципальные стоянки оборудованы парковочными местами для автомобилей-инвалидов. Главные магистрали города оборудованы тактильной плиткой. Однако есть и социальные объекты, которые еще не адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они находятся на контроле. Это почтовое отделение и детская библиотека. Но и эта проблема в скором времени будет решена. Лина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.